не линяющий ковер из вербеника. Род вербеники насчитывает около 150 видов растений, и основное их количество относится к разряду дикорастущих. В природе они встречаются лишь в северном полушарии. Для декорирования загородных участков идеально подходит вербеник – маничатое почвопокровное растение с длиной стеблей 30 см. Листья круглые, очень похожие на монетку, отсюда и название. А цветки, желтые, распускаются они на побегах в июле и цветут в среднем 3 недели. Это растение способно пережить и засуху, и наводнение. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.